По тому, как складывается турнирная борьба, как команда развивается с учетом того, что она обновилась? Значит, учитывая обновление коллектива, в этом году мы выступаем не так, как хотелось бы. Две игры от предыдущей проиграли. Сегодня, правда, уже ведем 3-0. Игра есть, мало голов забиваем, нет очков. Но я думаю, подладится все. Люди стараются играть, желание есть. Вот 8-го будем играть на центральном стадионе Свака-Винница, 8-го-15-го. Там поле хорошее, мягенькое, выйдут, покажут, на что способны. Ну, я знаю, заранее, конечно, мы не выиграем, но постараемся показать добротный, красивый футбол, насколько это нам позволительно в данной ситуации. Спасибо.